Здравствуйте, я Константин Шишко. Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы будем формировать из кипарисовика нечетого дерево в стиле Ниваки. Кипарисовику более 20 лет. И какое-то время, не знаю точно, назад ему уже задавали какую-то форму. И после этого никто не ухаживал, никто не подстригал. Сегодня мы попытаемся восстановить ту форму, которая была, ну, задана мастером. Вот этот кипарисовик, который когда-то был, ну, условно сформирован и много лет его не стригли, мы привели в порядок. И, условно говоря, вот эта стрижка, которой мы задали такой ритм этой стрижкой, и ее надо каждый год поддерживать. При условии, что будет регулярная стрижка, он будет выглядеть более эстетично. Будут вот эти элементы, которые мы выделили, более плотными, насыщенными, и будут как бы смотреться лучше. Всего хорошего и до встречи на канале Процветок.